Здравствуйте все. Максим Николаевич, здравствуйте. Сергей, приветствую. Да, очень рады встрече. Нас Сергей пригласил на экзамен. На экзамен, да. По каменщикам, да, получается? Да, каменщики. Сейчас проходят экзамены с каменщиков. Вот, ребята делают практическое задание, то есть выполняют элементы кирпичной кладки. То есть потом, когда они это закончат, подойдет время, и мы начнем проводить аттестовку. То есть будем проверять... углы ровные, горизонт, чтобы был ровный, качество кладки. Ну, там очень много параметров, как бы, там записано на бумаге. Хотелось бы проговорить, да, Сергей, это практикующий печник, мы уже снимали Сергея. Да. И Сергей приглашен как специалист по кладке кирпича, правильно? То есть ты будешь смотреть, да, смотреть там, не знаю, измерять, да, и да, какие-то цифры ставить, да, да, баллы там, баллы, да. От тебя зависит, кто получит 5 и кто получит 3, наверное, да? Ну, конечно, конечно. Это однозначно. То есть вот вчера, допустим, мы 5 выпустили, да? Трое получили 5, 1 4 и последний 3 получил. Вот сегодня, не знаю, будем сейчас, вот они закончат, проверять будем, и баллы подсчитывать, и уже будем смотреть, так, ну, какие оценки. Можем пройти, да, ну, да, по крайней мере, да, посмотреть, да, в процессе, что делается. То есть есть задание, да, какие-то? Да, вот есть вот задание определенное. Возьмем, да? Да, 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 да. Вот маленько заморалась, то есть знание и умение чтения чертежей, однозначно, тут дальше прописано, что они должны быть, вот, вот у них поэтапно прописано, что они должны выполнить. Угу. То есть это как порядовка получается? Да, это как порядовка, то есть вот это вид сверху, это сама порядовка, это сбоку разрез, то есть они должны это уметь и понимать. Кладка идет облицовочная кирпича, правильно? Да. То есть здесь же мы, это каменщики, это не печники? Да, это не печники, это каменщики. Учат на каменщиков. Не, ну очень многие ребята уже заинтересовались, как бы, отучиться, на, да, отучиться печником стать, как бы, вот молодые ребятишки, как бы. Ну ты их заряжаешь, наверное, ну, да, рассказываешь. Ну и вот и помещение, интересно, посмотрите, какое хорошее. Станки стоят, очень удобно, как бы, то есть и... У каждого экзаменующегося свой инструмент, то есть специально лежит все, что ему нужно, уровень там, все это есть. Вот. А ну, растворы как-то какие так используете? Ну, здесь, конечно, надо бы цементный раствор, да, как бы строительный, но пользуемся нашим раствором, ну, то есть глина песок, чтобы, ну, чтобы разобрать можно было, да, потом убрать, как бы. Почистить кирпич, сложить его на место, как бы, таким вот образом. Пять человек, да. То есть это кабинет, ну, помещение, да, на 5. Ну, то есть вот 5-я позиция, 4-я позиция, 3-я, 2-я, 1-я. То есть каждый очерченный линией, чтобы никто никуда не заходил, не это, чтобы каждый делал свое задание. Вот, как бы. Но уже, конечно, ближе уже к концу подходит. Мы так-то с утра уже здесь, с 8. Ну, это что, это столбики, ну, так скажем. Да, это некие столбики, да, вот эти... Столбики обычно, это декоративная кладка, элемент, как бы, вот, вот такое задание. Вот это уже получается сейчас выполненная работа? Да, практически, да. Почистить, затереть, да. Но у них сейчас все равно по расписанию, они до часу должны это все сделать. После часа мы их, грубо говоря, выгоняем, и уже сами остаемся эксперты и начинаем экзаменовать. А за чистоту смотрите? Они, конечно, думают, конечно, да, смотрим, да. Давайте пройдем, посмотрим вообще, вот как вот здесь вот выполнено, да, вот как бы, они все по-разному. Здесь, ну, вот таким, так, вот сразу образом. Можешь сказать, что, допустим, ты бы подправил или лучше, не, потом, ну, уже, когда, да, в, конечно, будет? Но лучше потом в общем. Ну, допустим, здесь вот должны быть швы забиты раствором, их как бы нету. Вот здесь вот тоже раствора нету. Это уже минус баллы, соответственно. Ну вот пойдемте дальше посмотрим. Вот, допустим, здесь вот таким вот образом сделано. Да? Но вот швы раствором неудобно, да, уже, да, потом, ну, заполнять. Вот здесь вот смотрите, вот здесь вот. Здесь вот правильно сделано, то есть как бы. Ага. Вот. Здесь есть еще понятно, еще человек как бы это еще делает. Но вообще, конечно, мне самому интересно, нравится, то есть и где-то ребятам подсказываешь, как надо мастеров держать, так удобнее, как бы, все-таки в процессе. Как бы. А от чего началось это? Почему ты начал ездить, ну, и, так скажем, меня пригласили любезно. У нас в Ангарске в 35-м училище как бы регулярно проводится. Ну и вышли на меня и пригласили, и я как бы согласился. И вот каждый год как бы хожу и принимаю экзамены. У нас в Ангарске, вот сейчас вот в Иркутске пригласили. Ну и говорят, что надо будет еще экзамены проводить в том техникуме. Это где Ломоносово, в строительном. Ну не знаю, посмотрим, что не скажем. Вот. Ну а вообще это будущие каменщики, да, ну и возможности, и печники, может быть, это уже наш профиль, грубо говоря. Да, руку набьют, я думаю, потом будут, да, на ура сделать. И у каждого, говорю, вот у каждого свой стол,
это инструмент, кирочка, вот, рулетка у каждого своя, то есть уровни, правила, все как бы вот. Ну, то есть весь набор, который требуется, да, требуется, да. Соответственно, если нужно распилить кирпич, если, допустим, требуются элементы какие-то, вот станки стоят, пожалуйста, хорошие, Хускварна, профессиональные, сделанные. Два станка на всех. Это. У нас, правда, в Ангарске их три станка вообще стоят. Да, а здесь вообще пилить что-то надо? Вот в этом, не надо, в этом задании нету. Да, в этом задании нету. Но вообще бывают такие задания, что надо пилить. То есть закончил 9 класс, решил пойти строителем? Да, пришел сюда, поступил, вот 3 года отучился. Ну, сейчас вот на экзамене. Ну, ты опережаешь своих собратьев, так скажем, по ощущениям, что и уже готово осталось почистить только, я думаю, пятерка будет, да, Серега? Ну, не знаю, ничего не могу строгий сказать. Строгий учитель. Мы судим ее честно, справедливо, никаких там ни поблажек, ничего. Ясно. А так вообще связать планируешь себя именно с этой профессией? Да. Нравится работать с камнем? Да. Но все уже нравится. Где-то практиковал, там стены выкладывать? Плитку ложил. Плитку? Да. Ну, то есть горизонт, там, уровень, знаешь, как использовать. Понятно. Ну, сейчас, я как понимаю, вас, как правило, забирают в армию, ну, после этого возраста. Да, вот через 4 дня меня забирают. Через 4 дня уже? Так что пятерка по-любому нужна. Парень старался, чтобы это не переходить. Ну, да, то есть этот год он может, да, выбить, но, опять же, если есть цель и интерес, то через год придешь и... Конечно. И продолжишь. Буду работать по профессии. Ясно. Ну ладно, не будем отвлекать. Да, удачи в работе. Ну, я думаю, что по виду на 5 должно получиться. Ну что, хорошее дело. Ну и мне по тоже очень приятно, что вы ко мне приехали, Максим Николаевич. Очень рад, конечно. Да, мы готовы продвигать, потому что это же тоже это наше, так скажем, будущее поколение. Наше будущее, да, работать? Действительно. И как бы... Да и самое главное помещение, вот я ничего больше всего интересует, что мы можем здесь зимой пообщаться, собраться коллективом. Ага. Здесь и классы есть спокойно, сели в класс, пообщались, пришли сюда, взяли кирпич, завели раствор, поработали. Нам молодые ребятишки все замешают, все подготовят, все принесут и посмотрят, как мы это делаем. То есть кому-то это понравится, кому-то будет это интересно. Хорошо, ну с начальством... Да, ну надо это, конечно, подумать. Надо переговорить, да. Переговорить. В принципе, да почему нет? Можно, я думаю, и ребятам полезно. Именно конечно. Общение такое, чтобы с передачей знаний и с каким-то практическим опытом, чтобы можно было чем-то зарядить. Потому что чем раньше они поймут, что им надо, тем лучше, тем быстрее. Да, научиться. Они будут уже в эту сторону смотреть и обучаться, может, там сам обучаться, книги читать. Больше впитывать. Да, ну, как-то так вот. Ну, я думаю, на этой ноте мы закончим. То есть, да, Серега молодец. Ну, спасибо, Максим Николаевич. Что ребятам помогают. То есть, спасибо. Я думаю, что это так от души, оно вернется, как минимум, какой-то обратной связью, и будут вспоминать тебя и ученики также добрым словом. Ну, дай бог, дай бог. Если будешь ставить пятерки. Ладно, Серега. Ладно, Максим Николаевич. Согласил. Ладно. Всем пока. Да. Ваш печный мир.